Итак, стрелка начинается! Ура! На связи первая пара. Это Асланбеков Кемран против Геворгяна Бана. Весовая категория свыше 60 килограмм. Парни в ринг. Сегодня вечер без работы. Давайте, парни. Какой-нибудь лучше. Голодный пил из работы. Давай, Руки. Давайте, ребят, пойдем. Идите, вы там, ребят, пойдете в горку. Садитесь. Все, бандаж оделся, в порядке? И мы ждем второго участника. Есть бандаж нужен? Еще ближе возьмем. Когда? Завтра возьмешь? Если хочешь, мы тебе дадим прямо сейчас. Друг с бандажом, ты где? Оп, и убил. Ван, что у нас происходит? Иди сюда, тебе помог. Иди сюда. Ван, не стесняешься, иди. Вылезай, давай. Все, 2 секунды, давай. Что ты расскажешь про своего бойца? Давай пару слов, дайте микрофон. Отдай. Давай, по этим углам, да? И работаем оттуда, да? Или... А, на меня тогда вот сюда, да? Здравствуйте, вот сюда. Нет, господа. Как ну, вот, я как Настя. Живу Колпино. Вот только окончил 12 класс. Вот, решил выступить в стрелке. Тебе 18? Да, 18 исполнилось. Тебе еще занимать. Кто-то тренер? Тренер мой. Тренер, вот, дядя Лизван. Иди сюда, давай. Расскажи про своего парня. У тебя цвет фигурушки, у тебя тоже микрофон. Ты должен сказать, что... Я не вижу, ты будешь брать, что ли? Ладно, стесняюсь. Он давай. Сам скажет на песке. Парни, ну что за оппонента? Давайте. Ты готов? Ну давай, расскажи про дружбана. Работает. Занимается в основном. Давай перчатки сюда, давай. Иди ко мне сюда. Залезай. Ван занимается в охране. ВСО. Давай, пока иди сюда. Сюда. Да, просто решили прийти, посмотреть себя, попробовать, ребят посмотреть, какой уровень, какой класс. Сейчас проверим. Парень первый, нормально. Вы поздоровите. Молодцы, просто хороший бой покажут, там по-любому. На середину! Итак, вы меня только что слышали. Правила запомните, их не нарушайте. Уважайте друг друга, делитесь честно, слушайте меня внимательно. Вы не пожали? Углав! Готов! Готов! Вы поехали! Да. Все, Миша, теперь звони. Давай! Поддержим участников, боже мой, господа! Давай! 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 Давай
До конца! Работаем! Залезь на него! Залезь на него! Все, работаем! 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 Право-лево! Право-лево! Работа, Кема! Бей! Бей, не жди! Пару слов зрителям о своих впечатлениях. Микрофон надо легче работать, чем свинка. Хочу сказать спасибо сопернику за прекрасный бой. Вы он был силен. Да, все нормально. Что вы сказать-то? Расскажи о впечатлениях своих. Ну, как бы первый бой у меня. И очень как бы это жестко для меня. И очень интересно, я в следующий бой еще раз выйду. Тебе понравилось? Очень. Спасибо. А теперь ты скажи нам два слова. Всем спасибо. Спасибо, Кубанял, за меня. Спасибо моему сопернику. Показали все, что могли. Участвую первый раз. Надеюсь, еще раз сюда вернусь. Тебе понравилось? Да, конечно. Все нравится здесь. Я часто вас смотрю. Призыв в студию. В принципе, спасибо вам большое, что предоставили шанс. Давай, парни, кипятки сами. Дайте микрофон. Еще раз. Вот мой дядя рядом, мимо этого отец. Спасибо вам за все. Молодцы,